ағымдағы жылғы 4 айдың ішінде барлық қаржыландыру көздері бойынша тұрғын үй құрылысына 117,3 миллиард теңге инвестиция немесе 2012 жылмен салыстырғанда 110% бағытталды. Жалпы аланы 1,900,000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл 2012 жылмен салыстырғанда 95% құрайды. Іске қосу пайызы жылдық жоспарға қарай 29% құрады. Осы қарқын тұрғын үй салудың жоспарланған жылдық көлемінің орындауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Тұрғын үйді іске қосудың жалпы көлеміндегі 63% немесе 1,200,000 шаршы метр жеке тұрғын үй құрылысының үлесі болып табылады. Бұл өткен жылдың осындай кезеңде салынған тұрғын үйді көлемінің 19% артады. Мемлекеттік кәсіпорындар мен ұйымдар көрсетілген мерзімде 197,000 шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға енгізді. Ситуация по строительству жилья за счет средств из республиканского бюджета следующая. На строительство арендного жилья для очередников в 2013 году предусмотрено акиматом областей городов Астаны и Алматы 17,5 миллиардов тенге целевых трансфертов. На 1 мая, согласно графику финансирования, перечислено 3,5 миллиарда тенге. Из них освоено 2,9 миллиарда тенге. При этом в Мангуставской и Южно-Казахстанских областях освоение составило 0, в Актюбинской области 22%, в Акмолинской области 69%, однако вчера ими внесено уточнение, процент освоения составляет 77%. При годовом плане 285 тысяч квадратных метров введено в эксплуатацию 25,5 тысяч квадратных метров арендного жилья или 427 квартир. На строительство арендного жилья для молодых семей акиматом областей городов Астаны и Алматы в 2013 году предусмотрено 10 миллиардов тенге целевых трансфертов. На 1 мая перечислено 2,7 миллиарда тенге, освоено 2,5 миллиарда тенге или 95%. Низкое освоение в Южно-Казахстанской области 11%. Предусмотренный план ввода на 2013 год 117 тысяч квадратных метров, построены за 4 месяца 2,5 тысячи квадратных метров или 42 квартиры. Учитывая, что средства на задел молодых семей были выделены в прошлом году, основной ввод жилья запланирован на 3 и 4 кварталы текущего года. На строительство и реализацию жилья через систему жилстройсбережений за счет кредитных средств из республиканского бюджета в 2013 году местным исполнительным органам предусмотрено 30,1 миллиарда тенге. На 1 мая, согласно графику финансирования, перечислено 11 регионам 2,3 миллиарда тенге, освоено 1,5 миллиарда или 66%. Из них в трех регионах не освоено ни одного тенге. Это Атырауская, Мангыстауская и Южно-Казахстанская области. Предусмотренный ввод кредитного жилья в 2013 году составляет 451,5 тысяч квадратных метров. Построено за 4 месяца 65 тысяч квадратных метров или 1008 квартир. В 2013 году на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки из республиканского бюджета предусмотрено выделение целевых трансфертов в сумме 36,6 миллиарда тенге. За 4 месяца текущего года перечислено 7,6 миллиарда тенге, освоено 6,3 миллиарда тенге или 83%. Низкое освоение в Северо-Казахстанской области 62% и в Атырауской области нет освоения. В основном с начала года в регионах ведутся работы на переходящих объектах. Низкое освоение в ряде регионов, о которых говорил выше, в основном связано с проведением конкурсных процедур и непредоставлением актов выполненных работ. По данным акимата, в мае месяце ситуация по освоению средств стабилизируется. Вместе с тем, как уже ранее доводилось до сведения акиматов, во исполнении поручения главы государства через два месяца по итогам первого полугодия будет рассмотрен вопрос о перераспределении средств из неосваивающих регионов в те регионы, где они осваиваются. При этом хотел бы заострить внимание акиматов, что в регионах, с которых будут изъяты средства, объемы ввода жилья корректироваться не будут. То есть регионы сами должны будут изыскать средства в местном бюджете, чтобы обеспечить доведенные годовые объемы строительства. Также в ходе отработки Казахстанской жилищно-строительной корпорации, фондом недвижимости «Самрук-Казна», а также по другим направлениям жилищного строительства, в ряде регионов наблюдается дефицит земельных участков под строительство жилья.
Для разрешения сложившейся ситуации в соответствии с поручением правительства акиматам областей утверждены графики разработки генеральных планов, проектов детальной планировки и проектов застройки городов и сельских населенных пунктов на 2012-2015 годы. Учитывая, что города Астана, Алматы и также все областные центры и города с численностью населения свыше 100 тысяч жителей уже имеют генеральные планы, в указанные графики включены разработки градостроительных проектов городов и населенных пунктов с населением до 100 тысяч жителей. Согласно данных графиков, всего по республике за указанный период будут разработаны генеральные планы городов 23 единицы, проекты детальных планировок 76, проекты застроек 26, генпланы, совмещенные с ПДП с населением до 50 тысяч жителей 149, упрощенные схемы генеральных планов сельскохозяйственных пунктов до 5 тысяч жителей 982 единицы. Принимаемые меры позволят не только увеличить объемы и снизить стоимость строящего жилья, но и уменьшить количество фактов самовольного захвата земельных участков для индивидуального жилищного строительства и, соответственно, обеспечить отсутствие хаотичного строительства. Кроме этого, хотел бы остановиться на вопросе подготовки проекта сметной документации на строительство жилых домов и инженерной инфраструктуры. В соответствии с требованиями бюджетного кодекса, указанную документацию необходимо готовить и предоставлять своевременно в установленные сроки. Только в этом случае с начала года будут предусмотрены средства из республиканского бюджета. Однако анализ предоставленных документов на 2014 год показывает следующее. Перечень проектов по бюджетной программе 032 на строительство кредитного жилья по линии жилстроисбережений сформирован и предоставлен акиматами только на 40%, то есть на 16,9 миллиардов тенге вместо предусмотренных 35. При этом, если 5 регионов – Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Южно-Казахстанская области и город Алматы – предоставили документацию на всю сумму, то есть 100% обеспечения запланированной суммы, то 7 регионов – Акмолинская, Атравская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангыстауская, Павлодарская и Северно-Казахстанская области – не предоставили документации. То есть эти 7 регионов с начала следующего года могут остаться без финансирования на строительство кредитного жилья. По второй программе 037 на строительство арендного жилья для очередников и для молодых семей процент повыше – 61%. Из 28,7 миллиардов тенге вместо предусмотренных 45 миллиардов тенге. При этом 100% документацию на всю сумму предоставили только два региона – Южно-Казахстанская область и город Алматы. А две области – Атравская и Мангыстауская – не предоставили документацию. То есть эти два региона также с начала следующего года могут остаться без финансирования не только на строительство кредитного, но и арендного жилья. В завершение хотел бы еще раз напомнить акиматам о принятии мер по полному освоению выделенных средств и выполнению годовых объемов строительства по заделу на 2014 год и своевременное предоставление проектно-сметной документации и другой документации разработки градостроительных проектов. Доклад закончен.